Спасатели Тверской области исполнили новогоднее желание юного жителя Верхневолжья. Он хотел познакомиться с профессией пожарного, и его мечта сбылась. Мальчика пригласили на экскурсию в пожарно-спасательную часть номер 4 Твери. У каждого ребенка свои герои. Кому-то нравятся персонажи из фильмов и комиксов. А в глазах Глеба героями являются спасатели. Как рассказывает мама мальчика, он очень любит играть в пожарных. Поэтому она решила сделать сыну именно такой подарок – побывать в настоящей пожарной части. Я подумала, почему бы не сделать ребенку на Новый год исполнение ему желаний. Так что для него это герои. Пускай встретится с героями. В интернете нашли сайт «Елка желаний». Вот, оставили там заявку и... В каком-то плане даже не ожидали, что такое может случиться, а тут такое под Новый год, такой приз. Очень приятно, конечно. Обзор на экскурсии по пожарной части началась с приветствия Глеба Праволюбова начальником Главного управления МЧС России по Тверской области Арсеном Григоряном. На входе его встречал и целый отряд спасателей. Ребенку рассказали историю пожарного дела Тверского региона. Он узнал, как устроена пожарная часть, какими средствами пользуются в своей работе спасатели. Посидел в аварийно-спасательной кабине. Однако самое главное, Глеб смог не только посмотреть на оборудование, но и посидеть в нем и потрогать. Он увидел все современные образцы техники, как легкого, так и тяжелого класса. Специальные машины, квадроциклы, снегоходы – все, чем располагает гарнизон. Глебу рассказали про распорядок дежурного караула в течение суток. Он посидел на месте водителя пожарной машины, и он не только порулил, но и громко просигналил несколько раз. На моей службе именно исполнение желания такое. В целом мы всех приглашаем посетить с экскурсиями пожарной части. Это не только в Твери, это по всей области проводится. Но вот именно в таком формате, конечно, я первый раз принимаю участие. Всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который реализует платформа «Россия – страна возможностей». По всей стране установлены новогодние елки с заветными пожеланиями от сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей, детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят в трудной жизненной ситуации. Исполнить мечты может любой неравнодушный гражданин. С Новым годом тебе! Спасибо. Спасибо, да. Все, коллеги? Напомним, что недавно сотрудники МЧС отмечали свой профессиональный праздник. Спасателей Верхневолжья поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил высокий профессионализм и уровень подготовки спасателей нашей страны, что они заслуженно получили признание во всем мире. Российские специалисты успешно выполняют задачи при ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. Первыми приходят на помощь попавшим в беду.